Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Сегодня мы с вами посмотрим на магазины 2 с продуктами из Армении. Здесь ребята очень сильно помогают нашим дорогим солдатам с самого начала спецоперации. И я им искренне за это благодарен. Ну, а вы можете прийти купить у них каких-то продуктов, тем самым поддержать наших дорогих солдат. Вот так вот все просто в этом мире работает. И вы видели неоднократно в моих отчетах, как ребята с магазина приводили нам на пункт «Время помогать людям» на Красную помощь огромное количество гуманитарки. Помогают также и нашим солдатам через воинскую часть. Так что им низкий поклон. Пойдемте посмотрим, увидите, что здесь есть, что почем продается. Это улица Владимирская, адрес у нее 55В. Видите, с одинаковыми названиями два магазина. Вот этот только открылся, тот уже работает долгое время. Давайте зайдем по ценникам, пробежимся, увидим, что сколько здесь стоит. Время работы магазина. И можете увидеть, как аккуратно, красиво здесь все сложно. Напоминаю, это первый магазин, потом будет второй. Давайте потихонечку смотреть, что здесь есть. Огромный выбор разнообразных специй. Очень много разной соли. Армения, Абхазия, чаи предлагают в больших количествах. Ну, вот такие вот, помните, советского времени даже есть патронтажи специй. А также еще больше выбор чаев на россыпь. А вот эти чаи из Дубая. Вот где желтые этикетки здесь подписаны, чай, из чего они сделаны. Они вот по 190 рублей идут 100 грамм, а вот эти местные тоже очень ароматные, хорошие чаи, они по 150 рублей идут. Также ребята стараются сделать для вас хорошие цены на разнообразные наши фрукты, овощи. Какие-то позиции уже привезли из Армении, какие-то пока наши местные. Ну и будут поддерживать, как говорится, в таком количестве все остальное. То есть можете зайти, купить все, что вам надо для приготовления вкуснейшей пищи. Выбор на самом деле очень большой. Свежая зелень есть, да, редис, можно окрошечку замутить, морковка, причем разная, крупная, мелкая, лучок, кстати, дешевле, чем в Магните. В Магните по 70 предлагали, здесь ребята по 60 сейчас предлагают. Ну и очень большой выбор разных фруктов, грибов, также фрукты. То есть все перебрано, ничего плохого вам здесь уже попасться не должно. И пишите обязательно по ценам, что вы думаете. Абрикос вот 100% приехал из Армении. Будет интересно вас услышать в комментариях сравнение с вашими магазинами. Уже вот арбуз есть, дынька. Ну и тут клубничка по 150 рублей. Причем я вчера брал примерно по такой же цене, но здесь она одна в одну, перебрали ее. И всякие экзотические фрукты также присутствуют. Черешня тоже из Армении сюда привезена. Если вам нужен уголь для шашлычка, тоже есть. Также либо для себя, либо на подарки можно взять домашний грецкий орех, 200 рублей такая баночка. Рядочком соседний магазин, тоже вот продукты из Армении. Здесь гораздо более такой интересный выбор, потому что там больше по фрукты и овощи. Ну, а здесь, так сказать, любители коньяков, я думаю, очень порадуются. Ну и, в принципе, выбор такой довольно большой. Тут мы давайте более подробно сейчас пройдем и все посмотрим. Смотрите по ценам. Если что, у нас 4К, вы можете, как говорится, остановить на паузу, приблизить. Очень много разных подарочных коньячков имеется. Говорят, что эти к нам поставлять не будут, но параллельный импорт работает вовсю. Так что не останетесь, любители коньяка, без этих напитков. Ну, хотя, как говорится, лучше не пить коньяк, лучше коллекционировать. Мне вот недавно подарили такой очень крутой набор. Разнообразный выбор, честно, я даже не думал раньше, что есть столько разных коньяков. Вот вина пошли. Это все армянская продукция, она с лицензией продается, то есть никакой паленки у вас нету. Магазин работает полностью официально, поэтому мы абсолютно спокойно вам все здесь показываем. Ну и также более крепкие напитки тут представлены в большом ассортименте. Таких бутылок я вообще даже никогда не видел. Ну, что значит, человек как бы не особо увлекается алкоголем. Ух, разный выбор сладостей, как вы видите, тоже есть. В общем, очень
большой выбор разнообразных продуктов. Что-то встречается наше, ну, что-то именно из Армении. Вот здесь посмотрите, выбор подарочных упаковок просто нереально большой. И на любого, как говорится, любителя, если кто-то знаете, что любит такие вещи, как коньяк, найдете по его предназначению. Так само, смотрите, жезл полицейский. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну, я думаю, что любители алкогольной продукции из Армении, ценители ее будут рады. Ребята говорят, что у них самые низкие цены на сухофрукты, которые есть у нас в Анапе. Можете сравнивать и писать нам обязательно в комментариях, как вы думаете. Нравится вам, не нравится. Все приветствуется, любая, как говорится, критика здравая будет востребована. При мне тут люди заходят, постоянные покупатели уже есть. То есть те, кто уже оценили продукцию ребят, приходят к ним постоянно. Я помню, этот орех был самый дорогой. Здесь на него цена 800 рублей на макадаме. Так. Я прям смотрю, тут бесконечное множество продукции. Ух ты. Инжир такой красивый. Конфеты разнообразные. Орешки. И вот еще такие сладости есть. В общем, вы видите, выбор огромный. И ценители, так сказать, чтобы все было вот в магазине здесь прохладно, не портилось, да? То есть масло разнообразное лежит очень аккуратно, красиво. Я думаю, что оцените. Также вот разнообразные сладости. Также имеется второй отдел в этом магазинчике, в котором тут мороженка местная продается. Если вы рядышком живете, зашли, прикупили. Ну и дальше большой выбор разнообразных армянских продуктов представлен здесь. О, то есть уголок потребителя, полностью лицензия, все, что есть. А вот они, благодарности за помощь нашим дорогим солдатам. От них самих для этого магазина. Такие вот разнообразные макаронные изделия, даже армянские жареные есть, эти надписи, но многих не кубанские. Это, допустим, кубанский продукт. То есть представлены все те хорошие продукты, которые любят сами ребята. Ну и очень много, видите, наших неместных. То есть можно приобрести именно здесь. Напитки, тоже видите, интересный производитель. Если у вас есть какие-то, кстати, любимые продукты свои, которые вы любите употреблять, именно армянского производства, напишите. Если вы их здесь встретили, то обязательно сравните по ценам. Это будет очень интересно узнать, чтобы получить максимальную информацию, как говорится, обратный отзыв, соления разнообразные. Ведь, как говорится, те, кто будут смотреть наш видеосюжет, также будут читать ваши отзывы. Это очень полезно, когда ты узнаешь, что, где, как, куда. А самое главное, вот от души благодарю, ребята, то, что они уже полтора года помогают нашим дорогим солдатам. И останавливаться на этом не собираются. Это очень важно. Идем дальше. Здесь разнообразный выбор тоже кетчупа, чаи, и меня порадовало здесь наличие кофе. То есть армянские ценники. Если знаете, я просто, видите, сам в таких продуктах разбираюсь, можете написать, хорошие или нет. Мне будет очень интересно послушать. Потому что сколько у нас специалистов в комментариях, вы даже себе представить не можете. Ну и также яйца, лаваш, армянский тонкий такой. Разнообразные сладости, напитки. То есть магазин так же, как сказать, в обычном режиме. Джермук, минералочка. Также есть Кока-Кола, спрайты, фанты. Тоже из Армении, которые... Ну, у нас, в принципе, сейчас, я думаю, с этим особых проблем нет, но все равно было заявлено, что будут уходить, как говорится, эти производители с наших рынков, а они здесь есть полностью. Вот так вот выглядит все в этом магазине. Так что, дорогие друзья, жду ваших отзывов. Особенно если вы являетесь клиентом этого магазина, я думаю, что будет максимально полезно. Магазина график также без перерыва выходных с 8 до 10 вечера, друзья. Пишите комментарии, делайте репосты, поддерживайте ребят своими покупками, потому что часть их заработка уходит для наших военнослужащих. Всем до свидания, увидимся в следующем видеосюжете.